Судя по размерам этого здания, а это только один из корпусов Академии банковского дела здесь, в городе Сумы, уверен, каждый второй местный житель наверняка имеет отношение к банковскому сектору или, говоря простым языком, умеет хорошо считать. Вот это мы сейчас и проверим. Корень из 625. Корень из 625. Скажи мне, 2 плюс 2 умножить на 2. 8. Молодец, хорошо. 2 плюс 2 умножить на 2. 8. 6. Попалось. Так, сейчас подругу, а то увидишь. А, 2×2 плюс, да, 6. Поздно. Туда пойдет 8. 3 в кубе. 9, по-моему. Попалось. 7 9. 625, корень квадратный. 625, корень квадратный. Так. Не, не скажу вам. Ну подумай. 625 в квадратном корне, 625. Выделить на сколько? Ну, надо что-то умножить на столько же, и будет 625. 625, столько же умножить на столько же, чтобы было 625. Не, не скажу. Корень квадратный из 625. 25. 9 умножить на 7. Все 3. 5 и 5. 25. 6 и 6. 6. 8 на 8. 6,4. Сколько будет 7 и 7? 7 и 7 – 49. 8 умножить на 5. 8 на 5 будет 40. А 81 разделить на 9? Будет 9. 3 в кубе сколько будет? 9. 3 в кубе будет 9. Нет. Тоже попалось. Сколько будет корень квадратный из 625? 25. Что он делает со мной, чертяк, а?